Странный мир, сотворенный Иеронимом Босхом, с особенной наглядностью предстает перед нами в Мадридском музее Прадо. Там, в одной из верхних галерей, собраны три главных алтарных триптиха и несколько других менее масштабных произведений, принадлежащих кисти самого Босха или вышедших из стены его мастерской. Как резко контрастируют они с висящими рядом картинами других нидерландских художников. Как ничтожно мало общего у холодновато отстраненной и скрупулезно детализированной композиции Робера Кампена «Обручение Марии с Иосифом» или исполненного величавой и сдержанной скорби снятия со креста, созданного Рогиром Вандервейденом с босховским возом сена, например, или с его садом земных наслаждений, где самый воздух будто пропитан присутствием дьявола. Искусство мастеров предшествующего поколения прочно укоренено в приземленном, обстоятельном мире повседневности, тогда как Босх погружает нас в зыбкий и неверный, на глазах меняющий свои формы и очертания мир фантасмагорических видений и кошмарных снов. Искусство Босха всегда обладало громадной притягательной силой, но прежде считалось, что его чертовщина призвана всего лишь забавлять зрителей, щекотать им нервы, подобно тем гротескным фигурам, которые мастера итальянского возрождения вплетали в свои орнаменты. Впрочем, король Филипп II собирал картины Босха не столько для развлечения, сколько для поучения. Но испанцы в данном случае пример нетипичный. Их соотечественник Филиппе де Гевара еще в самом раннем, написанном около 1656 года исследовании творчества Босха, сетовал на то, что слишком многие считают мастера всего лишь создателем монстров и химер. И полстолетия спустя нидерландский теоретик искусства Карл ван Мандер видел в композициях Босха прежде всего удивительные и диковинные фантазии, скорее отталкивающие, нежели приятные для глаза. Но в нашем веке ученые, придя к выводу, что в творчестве Босха заключен куда более глубокий смысл, предприняли множество попыток объяснить его значение, найти его истоки, дать ему толкование. Одни считают Босха кем-то вроде сюрреалиста XV века, извлекавшего свои невиданные образы из глубин подсознания, и, называя его имя, неизменно вспоминают Сальвадора Дали. Другие полагают, что искусство Босха отражает средневековые эзотерические дисциплины – алхимию, астрологию, черную магию. Третьи стараются связать художника с различными религиозными ересями, существовавшими в ту эпоху. Примеры тому можно найти в монографии Вильгельма Френгера. Помимо того, что его теории заслуживают внимания уже в силу своей популярности, они наглядно демонстрируют, с какими проблемами сталкивается любой искусствовед, желающий интерпретировать творчество Босха. По мнению Френгера, Босх был членом Братства Свободного Духа, еретической секты, возникшей в XIII веке, но бурно развившейся по всей Европе несколькими столетиями позже. Об этом религиозном течении известно немного. Предполагалось, что промискуитет был частью обрядовых таинств, отправляемых ее адептами, желавшими таким образом достичь того состояния невинности, в котором пребывал Адам до грехопадения. Отсюда другое их название – адамиты. Френгер утверждает, что «Сад земных наслаждений» был написан Босхом для адамитов, входивших в общину города Хертагенбаса, где он жил, и что более чем откровенная эротическая сцена в центральной части триптиха. Это, вопреки распространенному мнению, вовсе не осуждение необузданной чувственности, а изображение религиозных ритуалов секты.
и другие произведения Босха Фрэнгер связывает с адамитами и их доктриной. Несмотря на то, что большинство исследователей категорически отвергают доводы Фрэнгера, они получили широкое распространение в прессе. И в самом деле популярные журналы на своих страницах воспроизводят центральную часть триптиха «Сад земных наслаждений» не реже, чем «Мону Лизу» или «Ночной дозор». Успех гипотезы Фрэнгера объясняется отчасти ее новизной, сенсационным характером, но в еще большей мере тем, что она оказалась созвучно возникшим в нашем веке представлением о безграничной сексуальности и свободной любви как о ценностях, позитивных сами по себе, и вдобавок как о средствах исцеления различных психических и социальных недугов. Один из апологетов так называемой сексуальной терапии Норман О'Браун в своей книге «Тело любви» 1966 года приводит босховский сад земных наслаждений как иллюстрацию его собственных теорий. Интерпретация Фрэнгера, как непривлекательно оно для современного мироощущения, звучит все же весьма неубедительно. Прежде всего, у нас нет достоверных доказательств, что Босх когда-либо был членом секты адамитов и создавал для нее свои произведения. Последнее заслуживающее доверия упоминание о деятельности этой секты в Нидерландах относится к 1411 году. Но пусть даже адамиты и умудрились незаметно для всех просуществовать до начала XVI века, и нет никаких оснований сомневаться в том, что сам Босх был ортодоксальным христианином, членом Братства Богоматери, объединявшего клириков и мирян, посвященного Деве Марии и не имевшего ничего общего с Братством Свободного Духа. Именно по заказу этой общины Босх сделал несколько работ. Художник находился под покровительством высокопоставленных церковных иерархов и знатных вельмож, для одного из которых, вероятно, и создал сад земных наслаждений. Непричастность этих меценатов к каким-либо ересям сомнений не вызывает. Во второй половине XVI века целый ряд произведений Босха, в том числе и триптих «Сад земных наслаждений», был приобретен ярым и ревностным защитником католицизма, испанским королем Филиппом II. Шла эпоха реформации и контрреформации. С небывалой прежде силой свирепствовала инквизиция. Во всей Европе с особой щепетильностью относились к любым отклонениям от догматов церкви, и потому маловероятно, что произведения Босха вызвали бы такой жадный интерес коллекционеров, если бы их автор был заподозрен в какой бы то ни было ереси или связи с еретической сектой. Лишь в самом конце XVI века в Испании зазвучали голоса, утверждавшие, будто его картины тронуты тленом ереси. Но это обвинение в 1605 году было громогласно опровергнуто испанским священником Хосе де Сигенсой. Таким образом, выдвинутая Фрэнгером концепция несостоятельна, поскольку не находит исторического подтверждения, равно как и попытки представить Босха тайным адептом одного из нескольких эзотерических учений. Вовсе не исключено, что они давали пищу его воображению, однако утверждение некоторых исследователей, например, о том, что художник был практикующим алхимиком, бездоказательно. Столь же беспочвенные и предположения, будто Босх создавал свои произведения под воздействием галлюциногенных препаратов. We'll be right back.
И, наконец, анахронизмом выглядит стремление истолковать его творчество, прибегая к понятиям современного сюрреализма или психоанализа. Мы как-то упускаем из виду, что Босх не читал Фрейда, и что учение австрийского психоаналитика XX века неприменимо к сознанию человека эпохи Средневековья. То, что мы называем либидо, средневековая церковь объявляла первородным грехом. То, что кажется нам выплеском подсознательного, было для Босха и его современников либо дьявольским наущением, либо промыслом Божьим. Новейшая психология способна объяснить, почему творчество этого художника оказывает на нас такое воздействие, но не тот смысл, который вкладывал в свои картины он сам. Сомнительно, чтобы и психоанализ помог бы понять, итогом каких мыслительных и душевных процессов явились его загадочные образы. Босх не собирался вторгаться в подсознание тех, кто смотрел на его произведения. Он всего лишь хотел преподать им определенные моральные и духовные уроки, и потому образы, созданные художником с заранее обдуманным намерением, обычно имеют точно смысл, совершенно определенное значение. Как показал Дирк Бакс, эти образы были зачастую лишь переводом на язык формы красок, вербальных метафор и иных тропов. Истоки его образности следует искать в лексике и фольклоре того времени, ровно как и в учениях церкви. Если мы рассмотрим «Сад земных наслаждений» и другие произведения Босха в контексте современной им культуры, то обнаружим, что в них не менее отчетливо, чем в искусстве Робера Кампена и Рогира ван дер Вейдена, отразились чаяния и страхи завершающейся эпохи Средневековья. Иероним Босх прожил жизнь в городе Хертогенбосе, по названию которого он получил свое имя. В наши дни это очаровательное захолустье, находящееся на территории Нидерландов, неподалеку от границы с Бельгией. А в 15 веке Хертогенбос был одним из четырех самых крупных городов герцогства Брабант, входившего в обширные владения честолюбивых герцогов бургундских. Он расположен севернее трех остальных – Брюсселя, Антверпена и Лувена, в наши дни относящихся к Бельгии, рядом с Голландией и Утрехтом, в низовьях Рейна и Мааса. На исходе средних веков этот город, центр земледельческой области, вел оживленную торговлю со странами Северной Европы и с Италией. Важное значение имели расположенные в нем ткацкие мануфактуры, но славился город прежде всего изготовленными там органами и колоколами. На облике Хертогенбоса в немалой степени сказалось то, что среди его населения преобладали представители так называемого среднего класса. Там никогда, в отличие от Брюсселя или Милена, не размещался двор. Там ни в пример Лувену не было университета, и он не являлся центром отдельной епархии, как его брабантские собратья. Это вовсе не значит, что в Хертогенбосе отсутствовала культурная жизнь. Там находилась знаменитая латинская школа, а к концу 15 века насчитывалось целых 5 камер-ритеров – литературных сообществ, по торжественным случаям устраивавших поэтические представления. И в самом городе, и вокруг него было множество монастырских обителей и аббатств. Можно сказать, религиозная жизнь здесь била ключом. Особый интерес представляли две религиозные общины, основанные братством общей жизни, полусветской, полумонашеской организации, возникшей в Голландии в конце XIV века в результате стремления опростить религию, придать ей менее формализованный характер, теснее и непосредственнее связать с отдельной личностью. О сути этого течения, получившего название «Новое благочестие», можно судить по знаменитому богословскому трактату «Подражание Христу», автором которого
принято считать Фому Кемпийского. Труд этот, несомненно, был известен Босху и его покровителям. Новое благочестие сыграло значительную роль в укреплении веры и усилении религиозного чувства и, вероятно, способствовало тому, что в Хертагенбосе возникали все новые и новые религиозные общины и братства. Достаточно сказать, что в 1526 году, когда со дня смерти Босха минуло всего 10 лет, каждый 19-й житель Хертагенбоса принадлежал к одной из религиозных конгрегаций, что в процентном отношении намного превышало показатели других нидерландских городов. Соседство такого количества монастырей неизбежно приводило к экономическому соперничеству, а оно, в свою очередь, не могло не вызывать известную враждебность со стороны горожан. Средневековый католицизм часто подвергался критике, но моральный авторитет церкви был еще абсолютно незыблем. Религия пронизывала все сферы повседневной жизни. У каждого ремесленного цеха, у каждой гильдии мастеров был свой небесный покровитель. Каждый горожанин участвовал в крупных церковных праздниках и в ежегодных религиозных шествиях. Светская и духовная, горняя и дольняя составляющие нашли свое выразительное воплощение в соборе святого Иоанна, ставшем одновременно и символом средневековой, еще немало непоколебленной веры и гордым свидетельством житейского благополучия и процветания жителей Хертагенбоса. Строительство нового собора, начатое в XIV веке на месте прежнего, завершилось лишь в XVI веке. И этот храм – один из лучших образцов брабанской готики, примечательный резными фигурами и орнаментами своего убранства. Особенно интересны ряды забавных фигур на контрафорсах, поддерживающих крышу, где вперемешку помещены загадочные химеры и самые обычные рабочие. При взгляде на некоторых из них невольно вспоминаются босховские монстры. Собор святого Иоанна только еще начинал строиться, когда в конце XIV или начале XV века предки Босха поселились в Хертагенбосе. Их фамилия Ван Акены позволяет предположить, что они были родом из Германии, из города Аахена, Эла Шапель. К 1430-1431 годам появляются первые достоверные упоминания о Яне ван Акене, приходившемся художнику дедом. Он умер в 1454 году, оставив 5 сыновей, из которых, по крайней мере, 4 были живописцами, в том числе и Антоний ван Акен. Умер около 1478 года. Отец Иеронима Босха. В отличие от Альбрехта Дюрера, Босх не оставил после себя ни дневников, ни писем. Сведения о его жизни и творчестве почерпнуты в основном из муниципальных архивов Хертагенбоса, а главным образом из приходно-расходных книг Братства Богоматери, с которым художник был тесно связан до конца дней своих. Впрочем, и они не сообщают о нем самом ничего, даже даты рождения. Приведенный выше портрет художника – не исключено, что это автопортрет, дошедший до нас лишь в позднейших копиях, изображает человека преклонных лет. Если он был написан незадолго до смерти Босха, то есть в 1516 году, можно предположить, что родился художник, вероятно, в 50-е годы века. Первое упоминание о Иерониме, как и о двух его братьях, один из них Госсен, тоже занимался живописью,
и сестре относится к 1474 году. Между 1479 и 1481 годами Боск женится на некой Алейт Гайерц ван дер Мервене. Она происходила из хорошей семьи и обладала значительным личным состоянием. Это следует из того, что в 1481 году началась судебная имущественная тяжба между Босхом и его шурином. Жил Босх с женой на улице Красного Креста. В 1486-1487 годах имя Босха впервые появляется в списках членов Братства Богоматери, одной из многочисленных религиозных общин, возникших на исходе Средневековья и поклонявшихся Богоматери. Основанное приблизительно в 1318 году, Хертогенбосское братство объединяло клириков и мирян, а его духовным средоточием был чудотворный образ Девы Марии, находившийся в соборе святого Иоанна, где братству принадлежала капелла. Надо полагать, что это крупная и богатая община, куда стремились попасть люди со всего севера Нидерландов и из Вестфалии, оказывала значительное воздействие на религиозную и культурную жизнь Хертогенбоса. Члены общины заказывали композиторам музыку, нанимали певцов и органистов, чтобы те исполняли ее во время ежедневных богослужений и церковных празднеств. Приглашали художников для алтарных и стенных росписей. В 1478 году было принято решение пристроить к северному, еще не завершенному крылу собора святого Иоанна новую, более вместительную и роскошную капеллу. Проект поручили церковному архитектору Аларту Духамелю, который впоследствии создал гравюры по нескольким рисункам Босха. Большая часть родни Босха принадлежала к братству, и их постоянно привлекали для разного рода работ, чаще всего золотить и раскрашивать деревянные статуи святых, которые несли во время процессий. Отец Босха, Антоний ван Акин, состоял при общении кем-то вроде художественного консультанта. Например, в 1475-1476 годах он вместе с сыном присутствовал на заседании старейшин, где обсуждалось, кому заказать большой деревянный алтарь для капеллы, сооружение которого завершилось годом позже. Не исключено, что этим сыном как раз и был Иероним. Его первый договор с братством был заключен в 1480-1481 годах. Впоследствии он получал множество заказов. В 1493-1494 годах Босх создал эскизы витражей новой часовни, в 1511-1512 распятие, в 1512-1513 паникадило. Скудное вознаграждение, полученное им за последнюю из названных работ, заставляет предположить, что с его стороны это было своеобразным пожертвованием. Документальных свидетельств того, что Босх когда-либо покидал пределы Хертогенбоса, не осталось. Тем не менее, некоторые аспекты его раннего творчества дают основания думать, что он пусть и недолго бывал в Утрехте. А явные следы влияния фламандского искусства на его зрелые произведения указывают на то, что художник совершил путешествие по южным Нидерландам.
Выдвигалось также предположение, будто Босх написал свое распятие святой Юлии в Северной Италии, где культ этой христианской мученицы был особенно распространен. Но вероятнее все же другая версия. Картину ему заказали итальянские купцы или дипломаты, жившие в Нидерландах. Подобно тому, как Портинари заказал Хуго ван дер Гусу знаменитый триптих. Последнее упоминание о Босхе в документах Братства Богоматери содержит сведения о том, что 9 августа 1516 года в соборе святого Иоанна по нему отслужили заупокойную мессу. В других источниках упоминаний о работах Боска очень мало. Из документов 17 века мы узнаем, что его картины можно было увидеть в соборе святого Иоанна. В 1504 году Филипп Красивый, герцог Бургундский, заказал алтарный образ Иерониму ван Акену по прозвищу Босх. Так впервые был назван художник по месту своего рождения. Центральная часть алтарного триптиха должна была изображать страшный суд, а боковые створки, соответственно, ад и рай. По своим размерам 2 метра 74 сантиметра в высоту и 3 метра 35 сантиметра в ширину, это произведение приближается к масштабному полиптиху на ту же тему, созданному Рогером ван дер Вейденом для капеллы госпиталя в Бонне. Триптих Босха не сохранился, но, по мнению ряда историков искусства, уцелевший фрагмент панно находится сейчас в Мюнхене. Другие ученые склонны считать, что имеющийся в экспозиции Венского художественно-исторического музея триптих – это уменьшенная реплика алтарного образа, написанного Босхом для Филиппа Красивого. И та, и другая версии звучат не слишком убедительно. Какая судьба постигла произведение Босха, находившееся в соборе святого Иоанна, узнать не удалось. Вероятно, они пропали в 1629 году, когда Хертогенбос был отвоеван у испанцев голландскими войсками принца Фредерика Генриха, и католическая пышность сменилась суровым кальвинистским аскетизмом. В музеях и частных собраниях Европы и США находятся картины, подписанные Босхом, и хотя многие из них это либо копии, либо подделки его композиций, все же около 30 произведений живописи и небольшое количество рисунков можно атрибутировать с достаточной уверенностью. Однако, за исключением ранних работ, трудно определить время их создания. Ни одна из них не датирована. Некоторые были так сильно повреждены и записаны, что устанавливать хронологические рамки, ориентируясь на едва уловимые стилевые и технические нюансы, было бы затеей слишком рискованной. Более плодотворным представляется иной путь – изучать картины Босха по их сюжету. Ибо лишь после тщательного исследования, созданной художником образной системы, можно до известной степени понять этапы его творческого развития.